Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1064. События дня. Второзаконие 25.17 за 14 ноября 2017 года. Прочитайте, что здесь говорит Господь Бог. Я апостол Павел. Это я специально взял эпиграф такой для недругов, которые смотрят, кто со мной дружит, и они на него нападают, как псы бешеные, и начинают терзать его, заливать там. А бывает человек слабый где-то. Да что это за вас, за вера такая, это то, другое. Да. Ну, Господь говорит, изгладь их память из Поднебесной, не забудь. И наше объявление. Три видеоролика большие, посмотреть, что все без обмана. Люди хотели помогать, умерла в 42 года женщина. Четверо ребятишек осталось. Галина Влеська пишет. «Спешу поделиться маленькой человеческой радостью. Наш великий Бог смилостивился над нами грешниками и послал с небес облегчение в моей ИП-шной работе». Там они что-то с больными. «Что могла постоянно помогать нуждающимся. Но надо будет менять торговый центр, где проходимость самая большая. А это новый проект, стройка, сборы, переезд. Сосед по аренде, однофамилец по моему тяте, тоже оказался милостив и разрешил нам остаться до 15 января. Есть время распрощаться с товарами под 80%. Сегодня тяте 91 год был бы. Воистину, тятя мой был бессеребренник, коли рожден в день святых бессеребренников Космы и Дамьяна. И наследство мамина определилось по справедливости. Нашелся мой братец, после которого его бы сыну наследовал долги и пустую тару. А мама завещала свое богатство земное мне. А я расстаюсь с ним и делю на двоих маминых хороших внуков. У них детки. И это все земные радости спустились с неба сегодня за один час. Так, как же велика радость наша будет на небесах с Господом нашим Иисусом Христом, если так радуемся будущему праху. Хожу, сижу и не устаю благодарить Бога за Его к нам милость. Аллилуйя. Все от Тебя это было. С Богом, дорогой Игнатий Тихонович. Про Смутьяна Калинина хорошее резюме беседы с братом. Таким-то Соболевым. Действительно, всяк человек ложь. Семь раз отмерь, но один раз отрежь. Более наивных овец, чем православные, не встречала. Да, мы такие, аминь. Спаси Христос всех, кто молился о моей нужде по работе. Работаем. Наталья. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю вас за ролик. Лестовки и щетки нужны ли при молитве в духе истины? Я нашла там ответ на свой вопрос, что задала вам выше. Спаси Христос. Священник Петр, Игнатий Тихонович, здравствуйте. Понравилась ваша молитва сотница. Могли бы вы ее скинуть в файле Word? Прошу молитв, здоровье как-то подводит. Не знаю, сталкивались ли вы с подобным случаем. Я молился в больнице с человеком о его выздоровлении. Для того, чтобы поддержать человека, я брал его за руку. И после таких молитв стал замечать, что здоровье словно уходит. Как вы считаете, может ли это быть, так это или совпадение? Я отвечаю, если такие мысли у вас уже есть, то впредь больных не касайтесь, не берите их за руку, молясь об их здоровье. Поверье вашей и будет вам. А может быть, это просто совпадение, но замечал, что кто лечит других так, сам болеет и быстро стареет до неузнаваемости, как бы перекачка случилась, и все его взял и понес немощи ближнего. Сила переходит в другого.
Несколько мест Писания, чтобы прикасаться, можно или нельзя. Ну, можно. Снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. Дальше. Матфея 20:34. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. И вот сколько раз все это так. Слепые были, приносили, простер руку. И Луки 8:46. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне никто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Вот об этом он и говорит. Наталья, Надежда Васильевна тут как цветок. Красивая пара и внешне похожа. Мы там сфотографированы были. У меня дома в книгах это есть, это фото и другие. С детьми смотрим, так интересно. Новое поколение совсем не имеет понятия о жизни, о браке, а особенно о муже, хранящем и оберегающем целомудрие жены. Эта пара сейчас очень красивая и столько имеет духовных детей, сколько нет у плоской семьи. Одно – рождать плоть, а другое – родить благовестие. Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вчера я снова вышел на гибель группы Дятлова и показал самый полный ответ на нашем форуме. Вот здесь. Их погубили бесы. А там сколько? Сейчас, наверное, думаю, около сотни роликов. Везде вот это поставил, чтобы к нам зашли. Вот если доказывают, что НЛО, вот там, ну да НЛО-то что такое? Почему они бежали-то? Ну, дыхание сперло. Ну, допустим, так, а как у них внутри ребра поломаны, удара сверху не было? Ну, то есть, обязательно где-то что-то не сойдется. Ну, как вот были пророчества о Христе. Если хоть одно где-то не сходится, уже не Христос. Так и здесь. Его погубили бесы, их, эту группу. Бесы, демоны. И почему я доказываю, везде отвечаю одинаково, не дважды, по-разному. Ну, вот немножко показать наши ресурсы, мой мир, вот большой очень. И вот здесь вот вопросы ко мне. И наш видеоканал YouTube. И большой-большой сайт, очень православный библейский сайт. Тут все на нем есть. А так-то сидишь дома, ну куда выходить только что? Покормил голубей, на крышу слазил, воробьев. И сидишь, жуланов. Здесь в комнате кошек. Кто-то звонит. Дальше занятия вчера Сергей Павлович провел по Евангелию от Луки, там 5 глава. По толкованию блаженного Феофилакта. Вот день-то так и идет. И день настолько скучный. Да еще 7 раз надо помолиться. 7 раз. Это не просто так. И поэтому день весь занят. И весь. Вот сегодня я встал во 2:00 ночи. До того спать охота. Прям тут сейчас говорю и засыпаю. Так что пошел. Посижу. Только днем никогда не ложиться. С Богом.